Всем привет! Сегодня мы будем смотреть постройки злого гуся. Ну, думаю, можем приступать, поэтому привет. Начинаем. Блин. Давай, я не ну, могу. Ну, давай уйти. Самую красивую оставим напоследок. Ладно, ладно. Самую красивую, значит, напоследок. Да. Давай, загружай хотя бы не что-то. Начнем, наверное, вот с этого. Постройка из аниме Джоджо Бизар Адвенча. Чего? Короче, какой-то робот. Ой, портал не работает. Ну, не совсем. Там я сделал телепорт. Музыки? Ну, к площадке с песней. Какой песня? Только я не доделал. Ну, дай хотя бы это послушать. А, это я решил попробовать, а здесь уже начал делать. Короче, какая-то музыка, не знаю, что за музыка, ладно, пошли дальше. Так, теперь будем смотреть самого робота. Да, лаги. Где ты? Если нажать на левую кнопку, то может руками махать так вот. Бить, короче. Если на правую кнопку нажать, то ты улетишь в космос. Давай. Чё-то не в космос я улетел, ну ладно. Чё у меня так лагает? Не знаю, тут что-то на сервере происходит. Ну, просто тебе, потому что это банан. Это все из-за банана. Ладно, ай, вот это реально в космос запускает. Ну, раз ты так хочешь, то я тоже могу одеть. Ко мне дай. Так, я готов. Короче, мне нужно сесть. Понятно? Понятно. 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 Все, наконец, поезжай со мной. Ладно, так. Все готов. Расфиксирую просто и все, больше тебе ничего не надо. Кушаю эту конфетку. Всё. На тебе, он руками махает. Так, вот ай, тебе. Ай. Дальше, левая кнопка. Нажимай на правую кнопку, чтобы. Хопа. Так, теперь на правую и стой там на месте. И ты улетаешь в космос, короче. Почти в космос, почти. Ну все. Давай смотреть следующую постройку. Следующую постройку. Да. Может, все-таки покажешь самую красивую. Давай после этого. После этого? Ладно. Да. Это VR-робот из VR-игры. Джобот. Логично. Я делал его механизм не по твоему туториалу, а до этого. Я, когда строил постройку про твой канал, вообще не знал. Так, там, ну ладно, если не знал. Так, он может вытирать стол от пыли, он может. Дальше он может вот так приплюхивать мух. Сейчас прихлёпнет. Так, нет, стань, типа ты там муха. Он тебя сейчас прихлёпнет. Давай, установка сцены. Ну чё ты там делаешь? А, бля, мне все лагает. Ты в дырке дырку сделал. Я выбрался. Ты в дырке дырку сделал. Это как? Ладно. Так, Таня в руки. Сейчас ты муха, понял? Можешь пожужжать. Да. Пожужжи. Давай, дам под руку вставай. Вот так тебя припохим. Дальше, сейчас. Все, хватит, ты больше не можешь. Дальше он еще что-то может, вроде хорошо. Бы. Сдвигать руки немножко. Руки удлинять. Так, сгибать пальцы. Можно? Ну, так, да. Так, там тебя можно поймать, да? Дальше. Может так им и вращать. Вот так. Дальше. К сожалению, ездить стоп. Не может. На EQ руки вращать. Подумать. Ну, это я уже понял, я же мух прихлепывал. А, ну хотя да, это я не пробовал. Дальше, тут есть еще минус. А, это выворачивание суставов. А, туда не нажимай. Ладно. Да. Мне же все кайши видны просто. Следующий план строить. Ну, я больше тут ничего не вижу. Ну, можно быстренько по декору пройтись, если хочешь. Это, короче, джобот такой. Ну, как хочешь. С этим, с аналитикой, тут всякими кнопками и все. Ну, давай дальше. Портал. Моя самая любимая постройка. Самая детализированная. И самая новая, это грузовик Кримсона. Ладно, грузовик тебя. Да. Гусиный грузовик, короче. Если присмотреться, то можно увидеть там... Гуся. Косяки. Так, косяк номер один. Твоя рука выходит из машины. Ладно, давай, ты пока дорогу... Подставь дорогу. Фух. А чё, а везёт же нам. Дорогу поставь-то. О, тут есть моя игрушка.
Игрушка меня. Нет, ты что меня хотел? Ты меня утопить хотел. Ты меня утопить хотел. Я все понял. Нет, это все случайно. Случайности не бывает. Это дорога. Я готов. Можешь это? А я не готов. Эта дорога не очень длинная. Просто чуть-чуть короче. Не, можешь расфиксировать? Поставлю дорогу. Давай ставь. Как задвинуть поршень? Сейчас. Без, короче, пару миллисекунд. Да, дорога вообще короткая. Всё. На так. Минус нажимай. На минус. Я нажимаю. Начнем осмотр. Ну, начнем, наверное, с декора, а потом... Ой, ладно. Так. Во-первых, найдем всех уток. Ой, то есть гусей. Первый гусь, второй гусь. Больше гусей я не наблюдаю. Так, но декор. Там есть еще один гусь. Гусиное царство. Где он? Может, получше присмотришь. Там в машине. Машине. Да. Так, ну тут есть колеса, которые ты сам сделал. Весьма красивый декор. Тут кругло все. И вот тут сфера есть. Тоже красиво. Ну пошли. От первого лица можно смотреть. И тут игрушка уха. Это самое крутое, что есть в этом. О, меня сравнивают с Майнкрафтом. Дальше, это оно может ехать, от первого лица можно смотреть. Вот так. И тут типа руки из Майнкрафта, которые короткие очень. И оно любит, может сильно дорогить. Так, ну теперь посмотрим. Ну, дорога вообще категорически маленькая. Ну, тоже может быть, сделаю подлиннее. Ну и все. Ну, тут руль, это тоже классно. И то, что вот там ручки. А сзади можно отдыхать? А? Сзади можно отдыхать? Ну, я там не ставил. Там еще есть комнатка. Для мини-человечков. Да. Сейчас я мини-человечков сделаю. Если залезть взрослым человеком, то ты застрянешь. Это логично. Сейчас, я выйду из машины. Может, мне сидушки убрать? Чтоб ты не мог нормально запрыгнуть. Все, я готов. Не удаляй, едем. Не удаляй. Просто баг делал, чтобы... Так, едем. Вот я наверху. Тут, короче, можно отдыхать и смотреть на игрушку ухо. Сейчас, наверх я прыгну. Вот. Тут все для тебя готово. Я типа маленький питомчик. Поехали. Куда мы едем? Не знаю. Постараюсь. А, ну, можно. Так, это, наверное, будет ракетомет. Ракетомет, давай. Небольшая постройка. Большая? А может ты сделаешь ракетомет? Ой, блин. Не который будет ракеты бросать, а который будет снаряды на такую сверхтяжелую артиллерию, которая будет огромный стоять. Ну, короче, мортира Карл. Ну, не знаю. Который далеко будет стрелять еще. Я ну, танки не очень умею. Так, короче, это что такое? Это, короче, что-то ракетная установка, которая может... Так, во-первых, ой, стрелять ракетами. Так, дальше. Она может подниматься, не знаю, на что я нажал. Прыгать умеет даже. Ой, ё-мо, что ты натворил? Я кнопку нажал, что секретную. А, это не надо было нажимать. Хорошо. Там в одном динамите миллион... в одной ракете миллион динамитов. И если он еще поднять упадет, можно, то его просто разорвет. Тут открывается вот эта штука. Стоп. Еще вот это поднимается, опускается. Только как? Ну, там на кнопке посмотри. Так, IJ поднимается, опускается. Можешь заново загрузить? Теперь я все понял и не буду летать в космос. Так, расфиксируй. Ну, давай сделаем цель. Наша цель будет вот это. Только ну, одна проблема. Что? Я не сохранил. Когда добавлял миллион динамитов сюда, то я не сохранил эту версию. Да ничего страшного. Так, короче, подходим. Вот оно взорвалось. Только не повредилось. А, пушка, наверное. Ну, стреляет ракетами. Поднимается, опускается. Ну и все, можем идти дальше. Хорошо. Да. А тут еще внутри что-то было. А, просто... Это будет моя супер тачка с кастомными колесами. Типа особенность в том, что тут большие колеса? Да. Вот такие покупные, а вот такие кастомные. А что ты из этих-то не сделал? Ну ладно. У меня с такими были, но я их удалил. Ну, так у кого робусов нету, могут такое делать. У меня тоже таких нету. Не знаю почему. Так. Ну тут своеобразная подвеска есть. Удали, пожалуйста, палки, они мне мешают категорически. Так, едет он очень медленно. Сейчас исправлю. Нет, у меня клавиатура, что ли, багается сегодня. Не первый раз уже. Ясно. Не, а как я на это буду ехать тогда? Буду пользоваться этими, называется, стрелочками на клавиатуре. Так. Эту
Эту постройку я делал очень давно. Понятно по Вроде... виду. Тут, короче, особенность в том, что есть подвеска и кастомные колеса. И то, что он на него не действует закон бутерброда, то, что он переворачивается вверх дном. Ну, ладно. Перевернулся все-таки. Так, я рассветлюсь. А что за подвеска там? Ну, из этих как-то вперед-назад наклоняет. А, сервоприводы. Да. Ну, легкая подвеска. Следующее. Ну, можно следующий.